Коммунисты Владивостока и Приморского края выступают за возвращение прямых выборов мэра. Сегодня главу города Владивостока назначает губернатор Генерос с подконтрольной ему думой города Владивостока. Администрация Владивостока с данным чиновником не несет никакую ответственность перед жителями. Как последствия мы видим итог ледяной дождь, последствия которого администрация до сих пор не может убрать. Коммунисты выступают против назначения главы города. Коммунисты выступают за возвращение прямых выборов мэра в интересах жителей.